прощать друг другу, если кто-то оступился, если какая-нибудь барышня там сидела с на вечеринке, да, вот она там называет какой-то хороший, приехал под утро, печать не стала системой, если не повторяется раз от раза, то можно с ней поговорить строго. Совсем случается. И это был Сергей Шаргунов. У нас вообще мужчины довольно либеральные, я удивилась. Вот те, которые высказывали, что, дескать, женщину можно простить, хотя в большинстве случаев как-то...